Ты был прав. Оружейный барон ищет Викторию. Надо его остановить, пока не поздно. Он уже напал на след. Мой тебе совет, Амика. Хватай тебя и драпай. Нет, не люблю бегать. По моим сведениям, девчонка в Чикаго. Мы с парнями срочно отправляемся туда, но ты должен возглавить операцию. Ты готов, Бейт? Да, я слышу. Надо сцапать какую-то девку. Ее зовут Виктория. Дом тебе позвонит и скажет, где искать. Она где-то там прячется. Все ясно. Сколько возни из-за одной цыпочки? Она что, особенная? Придется привлечь парней. Цена удваивается. Возьми с собой Лени. Он доставит ее сюда. Лени? Хромой хрен? Цена утраивается. Прости, но он полный козел. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Идет. Лени, подойди сюда и дай огоньку. Давай, хромой хрен. Хромой хрен Лени. Заткнись, Вейд! Обожаю старину Вейда, он молодец. У меня от него мороз по коже. Вот за это я его люблю. Вейк Декстер безжалостный сукин сын. Но бояться следует его делового партнера, Тома Османда. Владельца клуба «Лисичка» на Бристоль-стрит. Это страшный тип, даже по моим меркам. В том плане, что он умен и у него хорошие связи. Это лишь вопрос времени, когда он выйдет на твою девочку в ее приюте. Откуда ты об этом знаешь? Если кто-то в Чикаго знает, знаю я. И Том тоже. Пришли мне его фото. Глава 1. Охотник и охотник. Взять тебя за жопу мечтает каждый коп Чикаго. А значит, до Лисички безопаснее добираться по тоннелям после Рокси. Удачи, Амика. Ладно, всем привет, с вами Бодя ТВ. И сегодня мы проходим Hitman Absolution. Гоу тебя разбухает. С девочками нужна забота. Мальчики, не пропадут. Инстинкт 0. Думаю, стоит переиграть. Я знал, что если много молиться, мне явится ангел. Серьезно, мимо них просто пройти.
что-то вулканное. Да. Я знал, что если много молиться, мне явится ангел. Все молятся. Все чисто. Шир, да если пошарили. Ну-ка, здесь можно? О, здесь подойти можно. Понятно. Походу все-таки придется брать. Я знал, что если много молиться, мне явится ангел. Нарушитель! Ну ладно. Сейчас, секунду. Я вернулся. Я знал, что если смешно много вообще молиться, будем же на голову кидать бутылку. Или не застрял. Отсюда можно вагонами вывозить. Как это работает вообще? Да, кошак давненько разлагается. Черт. Так и поедем отсюда, пока одежда не пропала. Вызовем сюда отложил. Нам как-то надо это пробраться. Б. Да. А, он. Ой, чекпоинт. А где выход? Будет еще одна успешная попытка. И солнце сейчас сюда не заглянет.
я пробрался. Я внутри. Тизио. Надо было всего причинку снести. О серфинге, дружище. Я тебе не дружище. В клубе найден труп. Изнасилована и убита. На теле открыт фестивальный. Хочешь смотреть на сиськи? Плати. Да ладно тебе. Не наезжай. Мы с Хариком... Как только проникнешь в клуб, обрати внимание на барную стойку. Дом любит быть в самой гуще событий. Слушай меня, казак! Я пересчитаю деньги. Если хоть центра не хватает, я тебе член отрежу. Эй, чем мне вас угостить? Слушай, я тебе 20 баксов дам. Ну, не знаю, туалет какой-то найти. Эй, красава! Нет. Таблетки. Отсюда к черту, козел вонючий. А, вы понимаете. Пока не... Где? Ладно. Я вас таких тупых выращиваю. Слово говори, тебе ни о чем ты не говорит. Ты самый умный, что ли? Хочешь смотреть на сиськи? Плати. Да ладно тебе. Как только проникнешь в клуб, обрати внимание на барную стойку. Ну-кась. Что тут можно? Вы громко отметили Новый год. Кто знает, что это значит? Проникать. А, ну я это уже проходил только в костюме. Секрет ж. Баги звон. Можно было бы сюда бомбу заложить. Дом. Эй, Нагаста! Подойди-ка ко мне. Посмотрю, что ты умеешь. Ой, чувак, да. Начинай, не стесняйся. Умничка, молодец. Теперь давай как убирать хаос.
Боже, ну тут нашелся охранник. О, чувак, рад тебя видеть. Заходи, оттопырься как следует. Слушай меня. Ты мне рад видеть или выгоняешь меня отсюда? Да, ну... Вот ты как тут с такими миссиями под 18+ не попасть? Что травить его? Какая муха его укусила? Ладно, береги. Прошел только в костюме. Ага, она такой же. Алло? Нет, нет, я все расскажу. Эй, подайте мне пустые стаканы. Пистолет сгушит. Рожа знакомая. Бесшумно убить. Лисичка. Сейчас, наверное, еще и нас ютон. Ну, это самое... Собять что? Что, малыш, нравится тебе? Покажите мне ваших бенджаминов. Я тебя не знаю.
Слушай меня, Карилла. Я пересчитаю выручку. Палец. Братан, сегодня... Я не нашу не буду. А, Б. Был. Понятно. Ничего страшного, подождем. Даже нет, не очень. Что ж, через стены подслушивать можно. Гася, мощная лысая морда. Что у нас с лицом? Интересно, а что тут эталонным убийством считается? Бурник. Китайский вход. Что тут это? Достигнуто убийца. А, это он-то. Удавка. Вот такой ключ-карту подобрать здесь. Задоминирован. Что? Так, мужики, вы это... Смотрите, я еще нет, цены убрали. Ну, еще. А, это не... Как дела? Бесшумного убийцу просрал. Нафиг за этой уликой полез. Поребрик какой-то. Здесь что не делал, чё оно? Чё на мир не оно? Эй, отвали! Осторожней, чувак! Слушай меня, Карилла. Ой, что-то я под вечер вообще. Беги, чувак, беги! Я что, понял?
за что такое моя криворукость? Я-то подожду. Ну, подождем. Курьерская доставка, быстрая черепаха, я вас. Эй, Нагаста! Зайди-ка ко мне. Смотрю, что ты умеешь. Пока что испытание посмотрите. Хамелеон. Продавец в магазине. Секрет. Что за секрет? Непонятно. Проникало. В костюм. Приватный танец. Задоминирован. Что здесь? Умер. Со спущенными штанами. Цель задушена, спрятана. Злорадство. Несчастный случай. Гори ясно. Фейерверк подожжен. Плюс на плюс дают плюс. Вот как по-пекински, чё? Вообще зачем? Минута блаженства. Его манера просто шутка. Самое место. Все дело в сумке. О, это же я также чинка этого короля Чинтон убил. Подождем, подождем. Эталонное же убийство. Жалко, нельзя посмотреть, как он целится. С открытыми глазами или с одним? Ой, стоп, по-моему, там было злорадство. Зачистка чайный саун. Ну, сейчас не следующая уже, а? Шпаги звончу, все, всех шпагами, что ли, убить надо. Ах, ж эти братья новые эти. Капитаны чайный саун. Фа. О, 12 патрончиков.
Осмунд уничтожен. Я помню, что дополнительно шею сломал. Девочки и мальчики, какая рамель. Эй, а это кто? Кто это такой? Это ведь не... Папа удал из дома. Говорит, если не развлеку его друзей, отправлюсь на Гавайи. Эй, так, без памяти. Последняя улика. Да, там это Вейн. Я отправил парней надо. За этой твоей птахой. Если он работает 47-м, ему надо срочно подрезать крылышки. Позвони мне, когда девчонка будет у тебя. Декстер чует барыш, и я намерен получить свою долю. Бывай, старик! Дашь. Ты был прав. Дом искал Викторию. Я вовремя до него добрался. Молодец, Амиго. Круто. Да, он тобой интересуется. К тебе идут. Некто Вейт. Этот парень чокнутый, как мартовский заяц. Срочно тащи сюда свою жопу, иначе тут будет очень громко и очень грязно. Я тебе перезвоню. И тут улики должны быть. Их тут почему-то нету, да? Ну вашу же мать за нас! Ну угомонитесь! Мы ни черта не найдем, рассуждая. Замешанной.
не туда пошел. Занесло. Я, пожалуй. Гоняйте, пацаны. Где-то здесь припрятан труп. Утром чую. Собираюсь. Интересно, куда он ее спрятал? Такой не строй. Это я их обманываю. Что происходит? Диспетчер, тут могут быть проблемы. Там знать. Конец связи. Это полиция! Есть там кто? Да у нас все в порядке. Не о чем докладывать. Птаха, я возвращаюсь в Чайна-таун. Будь осторожен, не высовывайся. Да? Тебе-то легко говорить, Амика. Этот Вейт. Говорят, он умеет развязывать язык. А у меня на языке такое, что мама не горюй. Давай быстрее. Птаха, не нервничай. Раскрыли, начинаем с контрольной точки. Поребрик. Лучше просто себе накачать. Очень смешно. Давно придумал эту шутку. Я даже встал, чтобы записать. Да ё. Увидел меня. Я никого не тихо.
Сюда же можно сюда влезть, я сюда не влезал никогда. Надо было раньше. С одним пистолетом, с одним и тем же пистолетом, что ли? Секундочку, неужели... заточил. Лучше просто сказать. А у вас разрешение? Выдано пожарным департаментом ЧП. Если помещение будет хоть одна место... Вы здесь в последнее время не видели лысого мужика, одетого как зло? Этот парень! Белый мужчина на вид мне 40. Купить сычуаньскую палец. Возможно, отпустите меня? Офицер? Спасибо. Не надо так близко. Меня это не интересует. А местные начинают заточить. Твою мать, это они! Трое парней Вейда в толпе задают вопросы. Они скоро найдут меня. Ты должен вытащить меня отсюда, Амиго. Непременно. Это в твоих интересах. Птаха, соберись. Не делай глупостей. Я обо всем позабочусь. Я оставлю там, где ты мне сказал. Я оставлю там, где ты мне сказал.
да, ты. С тобой говорю. Подойди сюда. Иди, не бойся. Ты много благодарен. Побеседуй. Шестик закончился. Когда ты я все расскажу. Привет! Лучшие цены на рынке! Лучшие цены в чайной коробке! Нет, нет. Слушай, если я скажу тебе Стах, то что? Эй, приятель, гуляй! Ты меня не проведешь. Ай. Опять за ним переться куда-то. Похоже, все-таки чё пострадает. Ничего страшного, я подожду. Где там этот хромой хрен? Хрен. Ларри. Слушай, если я скажу тебе птаха, то что ты мне ответишь? Утка по-пекински? Неправильный ответ. Итак, тупица, продолжим. Повторяю еще раз для глухих. Где тот, кого зовут птахой? А еще я хочу узнать, что... Вам придется уйти с... Ой, че он такой этот? Такой видит совсем все. Гуся, не, ну я подожду. Это не сложно. Он уже идет по моему противнику. Китайским рублем. Пойдет сегодня или нет? Еще инстинкт у него тратит, которого нет, кстати, опять. Я не знаю, прикольно.
если я скажу тебе «птаха», то что ты мне ответишь? Утка по-пекински? Неправильный ответ. Итак, тупица, продолжим. Повторяю еще раз для группы. Не тот, кого зовут «птахой». А еще я хочу узнать что-нибудь о лысом уроде. Говори! Последний шанс. Считаю до одного. 10, 9, 8, 7. Эх, хрен с тобой, у меня столик в клубе заказан. Допустим, вот здесь подожду. Ой, я сейчас отойду на секундочку. Я вернулся и снова в строю. Вышел птаха на крыльцо почесать свое яйцо. Сунул руку он в карман, а там нету ничего. Вот это шутка века. Дискотека, шутка века. От того вот крайнего вообще мы застрелим, наверное. И также мечом порубим. Эту утку по-пекински никак не спасем. Дорога. Не, уже пришли. О, ну. Вот его ноги. Негр какой-то. Слушай, если я скажу тебе «птаха», то что ты мне ответишь? Утка по-пекински? Неправильный ответ. Итак, тупица, продолжим. Повторяю еще раз для глухих. Где тот, кого зовут «птахой»? А еще я хочу узнать что-нибудь о лысом уроде. Спас. Кажется, вот...
за... Отходите! 3.99 за одну тарелку! И. Часть 2 второго брата акробата, потом третьего. Э, я ж брал крысину. Офицер полиции Чикаго. О, кошка. Я ж надеюсь, он не весь путь заново пошел. Да, он стоит. Поребрик какой-то. Тоже с другой стороны пошел. Танцевальной студии. Вниз по лестнице. Я не понимаю. Не слышно плохо. Я на не слышу. Здесь очень шумно. Чего? Нет. Слушай, я на пьесе. Смотри. Смотри, куда прет.
я вам звонил. Досье на Птаху у вас? Ха, можно и так сказать. Этот парень призрак. У него нет прошлого. Вообще нет. Как персонаж из ужастика. Это будет не так-то просто, понимаешь? Это моего босса не волнует. Слушайте, у вас милые игрушки. Мне нужно хорошее оружие. Есть кое-какие планы. Это мне не по балде. А, надо же. Это новый AHX UMP, да? Давно хотел пострелять из такого. Класс. Ага. И бронебойные патроны. Могут пригодиться. Черт с вами, беру по штуке каждого. Записать на ваш счет? О, да. Потом пришлю кого-нибудь за ними. Приятно иметь с вами дело. Птаха, где он? Себе кофе, засранец! Он ушел с тем ковбоем. Реально жесткий чувак. Кажется, они подались куда-то в центр. Опоздал, 47-й. Я делаю то, что должен. Мистер Вейт, что вы предпочитаете? Найти девчонку или потратить пулю? Часики тикают. Ну что ж, мы все против. По-моему, полмиллиона выходил. Нейтрализацию. Но я тело спрятал. Куда не помню. Примерочный. Бесшумный убийца. А в смысле тень? Я ж бесшумный убийца был. И...
проникатель. Буру... Кто? Бурундук? Он такой есть? Я думал, первая шпаги звон. За то, что первого убил, вторая за второго, и третья за третьего. Но это, оказывается, и жимище проходить, перепроходить надо. Ну что же, с вами был Бодя ТВ. Всем пока!